Друзья, добрый вечер, добрый день, у кого что. Меня зовут Виктор Миняев. И сегодня я для вас проведу вебинар, вторую часть по личному кабинету. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. 10, если меня слышно хорошо. И видно ли вам мой рабочий стол? Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, давайте начнем. Время 17:08. Вдохновляющий ролик посмотрели. Давайте теперь поработаем чуть-чуть. Вот, я бы вам хотел напомнить о том, что в первой части нашего вебинара по личному кабинету мы разобрали с вами разделы ресурсы. Да, здесь посмотрели подразделы. Раздел платежи, да, и настройки мы посмотрели. Где что менять, как что настраивать, подписки и так далее, да. Вот, также мы посмотрели раздел e-mail, в котором мы создаем с вами фирменную почту incruzus.com на сервере incruzus.com. Вот, кто еще не создал, можете это сделать. А вот, сегодня я хотел с вами поговорить вот о верхних вот этих вот разделах для того, чтобы нам закрыть все вопросы по личному кабинету и чтобы у нас с вами появились инструменты, которые мы могли давать своим новичкам для того, чтобы они быстро могли разобраться в личном кабинете. Ну, давайте начнем, наверное, с раздела Power Tools, на то, о чем я хотел вам сегодня вот рассказать в этом разделе. Это как раз вот об этих вот ссылочках, в которых есть много всего интересного. Раздел Power Tools, он идет за дополнительную плату, но включает в себя очень интересные и классные инструменты. А вот здесь вот они перечислены. И плюсом еще ко всем этим инструментам у вас будет своя собственная личная вебинарная комната. Точно такая же, в которой мы сейчас с вами находимся. Вот. Значит, по всем этим инструментам есть отдельный вебинар, то есть разбирать полностью досконально всю технику работы с этими инструментами мы сегодня не будем. Да, у нас сегодня такой обзор личного кабинета. Вот, поэтому просто для того, чтобы вы знали, что есть в личном кабинете и где это искать. Значит, ну, первый подраздел – это планы. Это как раз стоимость пользования пакетом Power Tools, который в себя включает Facebook маркетинг, ссылку профессионально созданных сообщений на Facebook, отправку приглашений напрямую вашим контактам по электронной почте именных приглашений с ссылкой на интерактивную презентацию. Интерактивную презентацию я вам тоже сегодня покажу, если вдруг вы еще ее не видели. Вот, то есть вот этот вот инструмент дупликатор, профессиональная интерактивная презентация, она встроена будет в ваши приглашения, которые будут отправляться с помощью вот этого инструмента. Также вебинарная комната. Значит, по планам, да, то есть смотрите, чем отличаются тарифные планы. Я брал первый раз стартовый за $20 в месяц. Да, для того, чтобы посмотреть, потестить комнату. Вот. Ну и для новичка стартовый план за $20, он как раз очень даже подходит. Что он позволяет? Он позволяет использовать как раз интерактивную презентацию. Он позволяет использовать рассылщик. Да, то есть 167 тысяч писем за месяц вы можете разослать. То есть это практически неограниченное количество писем для рассылки. И практически со 100% доставляемостью. То есть сервер incruzus.com входит в надежные рассылщики, да, и все его письма, которые вы рассылаете, у меня, по крайней мере, все письма, которые я рассылал, они все попадали в папку входящие. Тот, кто знает, что такое рассылка, это самое важное для рассылки, да, то есть если ваше письмо попадает в папку спам, то, что его посмотрят, это 0,1
В общем, короче, это очень мало процентов и вероятность, что его кто-то в спаме найдет, о нем даже не придет оповещение. Самое главное, главное в рассылке, чтобы письмо попадало в папку входящей, чтобы, соответственно, приходило сообщение на оповещение об этом. Вот, поэтому здесь это очень выгодная вещь, потому что ваши письма будут попадать в папку входящей. Также здесь есть вебинарная комната, которую будет включать до 3 участников. То есть это стартовый пакет для новичка, для того человека, кто только подключился, и основная функция в самом начале – это, да, это информирование как можно большего количества людей, профессионального информирования, вместе со своим наставником. Первых 5, 7, 10 встреч вы проводите с наставником, потом вы можете это делать уже самостоятельно, научившись. Так вот, вот этот вот пакет, как нельзя кстати, подходит для этих действий. Да? То есть, смотрите, 3 участника. Вы, наставник и ваш приглашенный. В этой вебинарной комнате вы можете ее использовать, также обращаясь к наставникам. Да? Вы также можете своих новичков приглашать в вашу комнату, да, и приглашаете вашего уже новичка, который в бизнесе, и он приглашает своего человека, да, то есть предоставляете свою комнату вместо скайпа, да, то есть если у вас есть люди, которые говорят, у меня нет скайпа, я не помню пароль, и вообще я не хочу его устанавливать, кто-то считает его устаревшим, но на самом деле скайп одна из самых лучших платформ по качеству звука и по возможностям, поэтому все перешли сейчас на мессенджеры, да, есть возможность провести еще встречу в Viber, там тоже есть возможность показать рабочий стол, но в Viber есть один существенный минус, вы не можете пригласить туда третьего человека. То есть вы работаете только лишь вдвоем, да, и третьего вы уже туда не пригласите. Поэтому вот этот вот стартовый план, за $20 в месяц вы получаете профессиональную, фирменную, брендированную вебинарную комнату. Мероприятие 45 минут. Это как раз будет вам ограничителем, чтобы вы сильно не затягивали вашу презентацию. Да? Первоначально вам нужно оповестить человека, дать информацию, понять, если ему интересно, если ему эта тема нравится, то тогда уже назначить следующую встречу и уже обсудить детали. Поэтому ограничение 45 минут на одну встречу. Количество встреч у вас может быть неограниченным. Ну, одна встреча, 45 минут на не более 3 участников. Это стартовый пакет, который я рекомендую для людей, которые пришли делать сюда этот бизнес, вот, для того, чтобы помогать вашим новичкам и дать замену скайпа. Да? Скайп, кто-то скажет, не хочу устанавливать, здесь ничего устанавливать не надо, вы присылаете вашу ссылку, которую вы берете вот здесь вот, да, то есть нажимаете «Начать мероприятие», эта кнопочка есть у всех. Вот. Открыть мероприятие – это как раз для того, чтобы попасть в вебинарную комнату и там все настроить, как вам нужно. А вот здесь вот ваша ссылка на встречу. Вы ее нажимаете, и у вас появляется вот такая вот ссылка. Вы ее копируете в буфер обмена, да, то есть copy to clipboard, вот, и вставляете ее и отправляете в сообщение вашему потенциальному клиенту. Вот таким вот образом можно использовать стартовый пакет для того, чтобы проводить свои трехсторонние встречи вместе с наставником. Вот, это $20. Второй пакет 32, это уже для более партнеров, для тех, кто уже имеет структуру, да, то есть, возможно, там несколько безоплатных членов у вас уже есть в вашей первой линии. Вот, здесь уже до 100 участников и 60 минут одно мероприятие. Плюс те же самые дубликатор, инвайтер, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Запись здесь недоступна и нет прямой трансляции. Вот, значит, вот мой план, на котором я сейчас нахожусь, лидерский план, да, $49 в месяц. Здесь уже есть до 150 человек комната вебинарная, есть неограниченное время мероприятий и также есть возможность запись до 6 часов. То есть, вот, например, данное мероприятие записывается для того, чтобы потом его опубликовать. Я сейчас веду запись. До 6 часов общее количество записи может быть записано, но здесь нет прямой трансляции. Вот. Ну и последний, это уже для больших команд, да, $119. Стоимость вебинарной комнаты на 1000 участников. $119, то есть это где-то в районе 8000 рублей. Российских. Если вы посмотрите вебинарные комнаты на 1000 участников, то вы поймете, что это самая низкая цена.
Помимо этого, вы получаете возможность прямой трансляции, вы получаете возможность записи неограниченных мероприятий, 1000 участников. Также вы получаете возможность иметь свою собственную интерактивную презентацию Encruises, где будет зашита ваша реферальная ссылка, и о ней мы сейчас еще поговорим. И также есть рассылщик неограниченного практически количества писем. Вот то, что касается планов Power Tools. Рекомендую к ним, ну вот старт вы можете использовать практически сразу, вот эти планы, ну постепенно на них как бы переходить, вот это замена Skype очень хорошая, поэтому используйте их, пользуйтесь своими вебинарными комнатами, нашими фирменными, да, для того, чтобы человек, который заходит, он будет видеть вебинарную комнату Encruises, а не какой-то сторонней другой организации, это всегда очень солидно смотрится. Здесь есть все вебинарные комнаты, очень удобная. Не знаю, по крайней мере, я вот сейчас ей пользуюсь уже сколько, ну, наверное, 5-6 вебинаров я провел. Все очень удобно, все русифицировано, все комфортно, и доска для рисования, и показ одного конкретного приложения, и конкретно целого экрана, и всевозможные приглашения, и ссылки. Ну, в общем, много всего есть, все русифицировано. Много всяких разных настроек, все интуитивно понятно. Поэтому используйте, и это будет очень хорошо действовать и развивать ваш бизнес. Значит, это по планам. Ну, давайте теперь пробежимся по конкретно дупликаторам, да, и другим вот входящим в Power Tools приложениям. То есть, каким образом это все работает. Мы сегодня разбирать не будем досконально, да, но мы с вами посмотрим, что из себя что представляет. То есть, ну, смотрите, как я это использовал, да. Смотрите, значит, контакты открываем. Контакты для того, чтобы кому-то что-то рассылать, нам нужно, чтобы компьютер знал, кому что рассылать. Вот, поэтому мы должны эти контакты сюда загрузить. Да? То есть я как это делал? То есть через раздел «Контакты», «Импорт», и создавал, вы можете импортировать контакты через, из Google, если они у вас сохранены в Google, Outlook, либо Yahoo. Я делал это из CSV-файла. Да, то есть загружаем CSV-файл. Вот, он предлагает выбрать какой-то файл. Вот, в нем мы пишем фамилию, имя и электронную почту. И все это через точку с запятой сюда загружаем. Вот, и все эти контакты у вас появятся для того, чтобы их использовать, вот здесь вот, да, отправить приглашение. Вот они, все эти контакты, которые я загружал, здесь у меня их тут несколько сотен, вот, их можно вот здесь подгружать, вот, и дальше, когда вы их загрузили, эти контакты, вы можете им всем отправить приглашение. Да, то есть отправить приглашение. Можно сделать это индивидуально. Да, можно это сделать конкретно каждому, либо всем. Да, то есть нажимаем «Пригласить», имя, фамилия, электронная почта человека, выбираем язык, выбираем либо такое письмо, либо профессиональный e-mail. Здесь есть предварительный просмотр. И мы смотрим, что получит от вас человек. Да, Encruises, Елена. Виктор недавно присоединился к Encruises и попросил нас отправить вам эту персонализированную интерактивную презентацию, чтобы вы могли получить все подробности. Узнаете, почему наш инновационный продукт членства и бизнес-возможности уже привлек членов и партнеров клуба из более чем 160 стран. Нажмите на изображение, чтобы посмотреть свою персональную интерактивную презентацию. После просмотра, пожалуйста, используйте вашу электронную почту, чтобы принять ваше личное приглашение. Вот. Ну и здесь с уважением Encruises, команда. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь по контакту Виктор, или здесь подставляется ваша электронная почта. С уважением Encruises, команда. Вот такое вот письмо отправляется, и когда его человек получает и начинает просматривать. Так, здесь ссылка эта у нас, она не сработает, да, то есть нам нужно взять другую ссылку. Так, и он получает интерактивную презентацию. Сейчас я ее вам покажу, если вы вдруг не видели. Вот я запускаю. Вот, то есть человек зашел, прочитал это письмо и нажал
на интерактивные. Но, конечно же, я рекомендую вам не просто делать тупо эти рассылки незнакомым людям и ждать, что они сейчас все быстро рядами начнут к вам регистрироваться. Да? Нет, то есть это что? Это дополнительный помощник вам в проведении презентации. То есть если вы, у вас большое количество контактов, да, то есть, ну, я рекомендую как? Позвонить человеку, узнать, как у него дела, пообщаться чуть-чуть и сказать о том, что я вот познакомился с такой очень интересной темой, вошел в такой великолепный клуб, который позволяет отдыхать в полцены на больших круизных лайнерах. Круизный клуб сейчас только вот самое начало. Вот. Хотел бы тебя тоже пригласить, потому что там очень выгодно. Да? То есть, ну, какое-то вступление делайте. Вот. Я тебе сейчас отправлю, для того, чтобы сэкономить там твое и мое время, я тебе отправлю сейчас письмо коротенькое, да, и ты, пожалуйста, зайди и нажми там на ссылочку «Просмотр презентации». Вот, а потом созвонимся и пообщаемся. То есть, когда сможешь посмотреть? Давай вечерком позвоним. Сможешь что-нибудь посмотреть? Хорошо, да, смогу. И все, и как бы, да, то есть отправляете человеку, то есть у вас на человека уходит там 2-3-5 минут общения. Вы отправили ему это письмо именное, человек сказал о том, что он посмотрит, пообещал вам, и вы уже сможете ему звонить вечером, да, и говорить с ним как с человеком, который уже в теме. Вот такую вот презентацию он откроет, нажмет «Начать презентацию». Да, ну вот нажали мы на ссылочку, которая была предназначена лично Алексею, поэтому мы видим, спасибо, Алексей, там будет имя того человека, которому вы отправили, то есть если вы отправили Марии, то там будет написано «Спасибо, Мария». И здесь, соответственно, ваши контакты уже встроены в эту интерактивную презентацию. Для более подробной информации об этой презентации свяжитесь с Виктором Миняевым, вот его электронная почта. И он нажимает «Получить его презентацию». И дальше такой вот приятный голос начинает рассказывать о компании Incruises, и эта презентация будет интерактивной, то есть голос, разные вопросы, а человек будет отвечать. И постепенно-постепенно человека вовлекает, то есть сделано все очень профессионально, в очень хорошем качестве. Я вот сейчас смотрю эту презентацию на очень большом мониторе, и все очень великолепно видно. И вот такие вот вопросы. Да, человек постоянно вовлечен в действие. Ну, элементарные вопросы. Вы когда-нибудь путешествовали в роскошном круизе? Предположим, человек говорит «нет». Дальше продолжается презентация. Кто не видел и хочет полностью посмотреть, ознакомиться, вы можете у меня в описании профиля в Скайпе взять эту ссылочку, нажать ее и посмотреть всю полностью, поиграться, понажимать разные цифры, посмотреть, что будет так, а что будет так. Вот. В конце концов, когда человек как бы все понажимает, он попадет в главное меню. Вот. И система рекомендует все посмотреть постепенно, но вы можете выбрать абсолютно, начать с любого пункта и выбрать любой, как бы, да, но рекомендуется с первого, потом второй, третий, четвертый, пятый. И потом, когда он это все просмотрел, когда человек получил ответы на все свои вопросы, он может либо в конце какого-то пункта нажать, что хочу там стать членом или партнером клуба, или вот здесь вот в главном меню тоже есть, хочу зарегистрироваться, я готов присоединиться сейчас. Человек нажимает. Угу. И здесь, соответственно, система дает ему возможность стать членом клуба, стать партнером клуба, либо стать партнером-членом клуба. Ну, например, человек нажимает «хочу стать членом клуба», и все. И человек попадает по моей реферальной ссылке на страничку с регистрацией. Вот. Здесь она, правда, на английском. Что-то она быстро не русифицировалась, но человек, я надеюсь, выберет русский язык и нажмет «Регистрация». И попадает уже... Вы были приглашены в Incruises с Виктором Миняевым. Да, и здесь заполняет свои данные и регистрируется. То есть вот таким вот образом... Классная презентация, не будем сейчас на ней останавливаться. Посмотрите, как она работает у меня в профиле описания Скайпа. Можете взять эту ссылочку, ну, либо мне написать в WhatsApp, я вам пришлю, если у вас нет моего Скайпа. Вот, и мало того, что когда человек будет отвечать на вопросы в презентации, вы будете получать письма. То есть вы получаете письмо, когда человек начинает смотреть презентацию, когда он отвечает там, на вопрос, какие бы страны вы хотели посетить, вам придут эти ответы.
когда он закончит смотреть презентацию. Ну, в общем, вас система будет постоянно информировать о том, что делает человек, да, на каком он этапе остановился, докуда он дошел и так далее, и так далее. Поэтому вот такая вот интерактивная презентация, она находится в разделе Power Tools, да, то есть нужно выбрать план. Во все планы эта презентация входит, будь то за $20, либо за $119, во все тарифные планы входит интерактивная презентация, которая этому человеку и приветствует каждого человека по имени, и там зашита ваша реферальная ссылка. Вот. Ничего подобного я не встречал ни в одной сетевой компании. Очень крутая штука, поэтому у кого есть желание, можете использовать. Вот. Но все-таки я рекомендую изначально, и самое лучшее, самое эффективное – это ваш список знакомых и тройные скайпы, тройные встречи с наставником. Вот. Это самое эффективное, самая высокая конверсия. Вот. Но об этом я вам должен был рассказать для того, чтобы вы были в курсе. Дальше. Здесь вы видите отчет, да, то есть вот Алексей открыл, завершил презентацию. Здесь что? Не напомнил, да, то есть еще напоминалки всякие разные. Открыл, завершил. Вот тут Елена открыла, но не завершила. Вот здесь вот есть, как бы видите, конверсия не очень. То есть открыло очень мало людей на самом деле. Но здесь я делал, просто у меня был список контактов предпринимателей, там, админ эконом-развития, например, да, там, как-то он мне попал случайно, этот список, и я этих людей не знал, но просто решил посмотреть, как это сработает. Вот. Но реально без звонков, без общения живого с людьми это не сработало. Да? То есть если это просто тупо отправить и ждать, что сейчас тебе тут придут в очередь выстроиться, то есть этого не нужно. Значит, дальше по поводу отправок на Facebook. Значит, ну, основной момент вот в Power Tools, да, это вот эта вот рассылка и вот это интерактивные презентации. То есть это основные вещи. Вот эти рассылки вы можете делать только не по электронным почтам, но еще можете делать еще и на Facebook, если у вас много друзей в Facebook. Вот. И здесь вот есть еще одна очень важная вещь. Это кнопочка в разделе «Контакты» в подраздел «Отследить результаты». Да? То есть это основная кнопочка, по которой я отслеживаю результаты своей команды, смотрю о регистрации, смотрю, в общем, анализирую структуру. Да? То есть это основная, да? То есть «Контакты», «Отследить результаты». Здесь вы можете найти по имени, например, да, то есть нужно только знать, если человек по-английски регистрировался, то, соответственно, вы пишете английские буквы, у вас отфильтровывается человек, который под этот фильтр подпадает, да, то есть быстрый поиск какой-то конкретной фамилии. Да, там Сергей Вагаев. Набираем Вага, и, соответственно, появляется Сергей Вагаев. То есть так можно найти быстро какого-то конкретного человека. Также есть выбор сортировки, да, то есть сначала будут идти с наименьшей даты регистрации к наибольшей, вот это вот с даты регистрации с наибольшей к наименьшей, даты истечения срока действия контракта, опять же, от меньшей даты к большей даты, согласно алфавита, вот, то есть здесь вы можете сортировку использовать. По странам есть фильтр, да, можете в какой-то конкретной стране посмотреть всех ваших партнеров. И основная фильтрация, которую я использую, да, это вот фильтрация вот здесь вот, да, то есть здесь мы можем увидеть всех партнеров, кто является и партнером, и активным членом клуба. Потом мы можем отфильтровать, посмотреть, кто у нас является партнером, но не член клуба. Те, кто на 195, таких очень мало. У меня вообще есть такие? Да, вот есть один. А, но он приостановил просто членство, поэтому он сюда теперь попал, да, Максим. Вот, также есть партнер просроченное членство. То есть вы можете смотреть, что человек зашел на 295, но он не оплатил свое членство, и вы можете с этими людьми, соответственно, тоже созваниваться, общаться. Вот. Потом не партнер, то есть 190, просто член клуба, те, которые вошли на 100, не партнер просроченное членство, то есть вошел на 100, но потом перестал платить, это не партнер просроченное клубное членство, и нет плана, да, то есть нет плана, это значит, человек просто зарегистрировался, и все, да, то есть больше ничего, никаких действий не производил, ничего не оплачивает.
Здесь вы тоже их можете весь список вывести, выбрав «Нет плана». Вот. Ну и здесь языки. Это, я так понимаю, кто на каком языке говорит. То есть если мы поставим, например, английский, о, сколько у меня людей, которые выбрали язык общения английский. Круто. А немецкий есть, интересно? Нет, немецкого нет. А испанский? Испанского тоже нет. А узбекский? Вот, кстати, узбекский язык добавился. Пока нет. О, романин. Романин – это что, румынский язык, да? Еще один язык добавился у нас на сайте. Корейский, это я помню. Романин, русский, узбек. Угу, понятно. Вот. Это основная вкладка. Если, смотрите, если вы, например, что здесь еще можно делать, да? То есть можно на каждого человечка нажать. Можно на каждого человечка нажать и посмотреть его анкету. Смотрите. Нажимаем вот Александр Меняев, например, мой брат, да? Ну, он как бы сейчас не активен. Вот, там свои проблемы. Вот, смотрите, вываливается его анкета, она открывается, вот прошу заметить, да, то есть вот вкладка, которая у нас была, когда я нажимаю на фамилию, открывается соседняя вкладка. Если я нажму еще на одну фамилию, то, соответственно, откроется еще одна вкладка, третья, да. Вот, то есть если мы берем и дальше уже прыгаем просто по вкладкам, не нужно каждый раз там его нажимать, да, то есть вот вкладка открылась. Здесь что? Здесь есть основная информация. Здесь есть подсчет, называется вкладка. Здесь есть количество людей в уровне. Да, всего 6. 3 в первом уровне, 2 во втором. И плюс он сам, что ли, я понимаю, так, 6 как бы, да? Вот, 6 человек. Иерархия. Здесь показывается его древо. То есть до вас включительно вы можете видеть всех его наставников. Александр Меняев подписан подо мной лично. Соответственно, вот он и я. Все, больше здесь, соответственно, никого нет. А если у вас будет человек в глубине, вы увидите его всю иерархию, кто его наставнической линии. И здесь также вы можете увидеть лично подписанных людей под ним. Вот. Вы можете увидеть и опять же нажать на каком-то конкретном человеке, и откроется уже сразу у вас анкета этого человека. И таким образом вы можете бегать, ходить, анализировать вашу структуру. Да, то есть такая вот движение осуществляется по структуре. Вверх, вниз, и по каждому открывается вот такая вот табличка. Вот Максим Бугров нажал, вот получается Максим Бугров, Александр Меняев, Виктор Меняев и его иерархия. Лично подписанных у Максима нет. Вот таким вот образом я анализирую и ищу людей в своей структуре. Здесь также вы видите по вашей первой линии дату партнерства, когда человек зарегистрировался как партнер. Дата партнерства и следующую дату оплаты. Ну, то есть вот здесь вот они все проставлены. И здесь вот, соответственно, тип партнера. То есть партнер, партнер, партнер. Если человек активный, у него стоит active member. Если человек не платил, у него стоит expired member. Да, то есть умерший партнер. Партнер с истекшим членством. Вот. И здесь стоит, с какого числа он не платит. Да, то есть дата оплаты у него стоит 14 августа. То есть 14 августа уже была оплата просрочена. Вот. Если человек не просто зарегистрировался бесплатно, то здесь у него нету, не заполнены вот эти последние столбцы. И здесь написано not partner, not member. Да, то есть партнер просто зарегистрировался бесплатно, ничего не оплачивал. Вот. Это то, что касается вот анализа структуры. И движение по структуре, кого как искать, кого как анализировать. Если есть вопросы по этому разделу, по блоку, по Power Tools, по дубликатору, по работе со структурой, по ее анализу, напишите, пожалуйста, вопросы в чате. Либо попросите, нажмите на микрофончик в левом верхнем углу, я вам дам слово, и можно задать этот вопрос голосом. Вопросы пишите, если вопросов нет, можете тоже написать, что вопросов нет. Мне нужна ваша обратная связь, что вы меня слышите, что все хорошо. Дальше поехали. Значит, обзор, заполненные контакты. Это я ничего не использую. Импорт я вам сказал, экспорт.
Вы можете выгрузить, кстати, файлик всех ваших, вот тоже я это ни разу не использовал, вот сейчас первый раз смотрю, да, то есть члены личные, партнеры личные, команда партнеров, личные достижения. Да, то есть вы можете выгрузить всех ваших партнеров файл CSV. Так, отвлекся чуть-чуть. Давайте возвращаться. Вопросов я не вижу. Вопросов я не вижу. Значит, что еще мы не посмотрели? Да? E-mail мы создавали, ресурсы мы смотрели. Просто рекомендации хотел бы вам дать еще. Смотрите, если вы серьезно пришли в этот бизнес, то я вам рекомендую сделать некоторые вещи. Да? То есть, ну, понятно, использовать Skype. Еще что нужно сделать? Если вы используете, ну, вернее, не если, а у вас обязательно есть электронная почта, на которой вы зарегистрировались, и вам нужно отслеживать быстро, оперативно сообщения от компаний. Сообщений от компаний приходит довольно-таки много, они все по делу. Вот, особенно если у вас, вы активно строите структуру, у вас постоянно приходит сообщение о том, что там вам заплатили, у вас новый партнер, у вас новые члены и так далее, или какие-то есть вопросы у финансовой группы. Значит, поэтому я рекомендую вам на телефон установить приложение почтовое. Если вы используете Mail.ru, да, то, что мы не рекомендовали, то вы устанавливаете приложение на телефон от Mail.ru. Если вы используете gmail.com, то у него также есть приложение для Android и для iPhone, приложение почтовое. Вот. Поэтому установите его себе на телефон для того, чтобы быть в курсе, быть в курсе происходящих событий и оперативно реагировать на все сообщения от компании. Вот, потому что если вас, вашу оплату вашего человека поставили на контроль и требуют подтверждения в виде фотографий там, карты с закрытыми цифрами там, и документа, удостоверяющего личность, то это нужно сделать в течение 5 дней. Если вы об этом не узнали, ваш человек тоже не заходил, и вы тоже как наставник не заходили на вашу электронную почту 5 дней, да, то этот человек будет удален, и деньги будут возвращены ему обратно. Поэтому здесь на эти письма нужно реагировать быстро. Поэтому я сразу же себе установил на телефон почтовое приложение, и оно всегда у меня так приятненько пикает, у вас новый партнер, вам заплатили и так далее, и так далее. Вот. А потом, что еще я рекомендую? Я вам рекомендую обязательно установить на ваш компьютер или ноутбук мессенджеры. Viber, WhatsApp. Есть приложения, десктопные они называются, для персональных компьютеров и ноутбуков. И очень удобно, да? Когда в WhatsApp вы видите, что наш чат основной в WhatsApp, когда там приходит, например, ссылка на вебинар, когда вот я сейчас, да, отправил, она приходит в WhatsApp, если у вас на компьютере установлен WhatsApp, то вы сразу на нее нажимаете, и в компьютере у вас открывается уже вебинарная комната, вы спокойно общаетесь, да. Ну и набирать сообщения и общаться с клавиатуры компьютерной значительно проще, чем на телефончике набирать. Вот, поэтому я рекомендую вам установить на ваш компьютер мессенджеры WhatsApp, Viber. Дальше. Ну, скайп, само собой, потому что основной инструмент – это наши скайп-встречи. Обзавестись презентационными слайдами, запросить их у вашего наставника. Вот. И рекомендую также вам использовать инструмент, который… Ссылочку я вам скину в WhatsApp на этот инструмент, который позволяет рисовать. Да, то есть вот сейчас я вам, например, продемонстрирую. Вот я нажал на этот инструмент, выделяю нужный мне экран, где я хотел бы рисовать. Да, беру инструмент, и как обычной ручкой, как будто человек сидит передо мной, я ему рисую, соответственно, кружочки, квадратики и так далее, и так далее. Стрелочки, и я могу, соответственно, рисовать прямо вот на изображении, что-то подчеркивать, что-то чертить, рисовать и так далее. Да? То есть инструмент, который позволяет использовать экран как доску для рисования, что очень удобно, когда вы проводите презентацию для того, чтобы человеку более детально что-то показать, что-то пояснить.
Так, вопросы, да, у нас Ирина пишет. Скажите, пожалуйста, а если человек не платил 3 месяца, он платит за каждый месяц $100 или за эти месяцы всего 100? Ирин, простой очень вопрос. Я думаю, что ваш наставник знает ответ этот на вопрос, но раз уж вы его задали, давайте я быстренько отвечу. Если человек не платил 3 месяца, то у него за все эти 3 месяца будет выставлено 3 счета по $100 каждый. То есть, если он хочет продолжать быть активным членом и покупать, иметь возможность покупки круизов, он должен оплатить все долги, то есть оплатить эти 3 счета на $300 получается в сумме, вот, и он становится опять активным. Вот. Также есть возможность взять каникулы, и если просрочка была не более 11 месяцев. Вот, до 11 месяцев включительно вы можете написать письмо в компанию, что просите предоставить каникулы, тогда все вот накопленные долги у вас аннулируются, все счета у вас аннулируются, удаляются из системы, и дальше вы уже, вам выставляется счет текущий на $100, и вы уже вносите по $100. Вот, поэтому здесь как вам удобно. Вы можете оплатить накопившиеся счета, и сразу эта сумма удвоится, и вы сможете взять круиз уже на вот эту большую сумму, либо аннулировать все платежи, если нет возможности заплатить все сразу платежи, аннулировать эти все платежи и начать опять по $100 накапливать, как с самого начала. Единственное, за предоставление каникул у вас снимается комиссия в размере 200 круизных долларов. Вот. Надеюсь, Ирин, понятен мой ответ был вам. Значит, что еще? Есть ли еще какие-то вопросы по личному кабинету? Напишите, пожалуйста, потому что у нас была первая часть, да, она, кстати, появится в ближайшее время. Сейчас я выложу и первую, и вторую часть по личному кабинету. Остались ли вопросы, где что смотреть, где что, как анализировать по личному кабинету? Все ли ясно? То есть, ну, смотрите, подведя итог, как бы, да, то есть основные кнопочки, которые я использую. Это раздел платежи, конечно же, да, то, что мы разбирали в первой части. Вот, раздел компенсации. Здесь мы смотрим ваше текущее звание, дата активации партнерства, ваш компенсационный календарный месяц, то, что влияет, да, на начисление бонусов, и мы смотрим, когда наш календарный месяц начинается и истекает. Здесь вкладочки, соответственно, по всем бонусам. Здесь мы смотрим все бонусы, анализируем. То есть это вот основные вещи, которые я захожу каждый день по несколько раз в день. Да? Ну, кошелек, соответственно, когда деньги туда капают, тоже туда можно зайти и их перевести себе на карту, либо использовать их в оплату членства, эти денежки можно. Вот здесь вот вы видите движение по кошельку. Пятерочки, которые капают, да, матчинг-бонус еженедельный. Вот, здесь выводы, вот на Pioneer выводил 195, вот еще на Pioneer выводил 205, вот здесь вот еще на Pioneer выводил 490. Вот, поэтому здесь это тоже использую. Потом обязательно ресурсы и реферальная ссылка, это для создания реферальной ссылки. Документы, здесь мы смотрим, основной наш инструмент, основной источник информации, ответов на вопросы. Это, конечно же, наставник, но в первую очередь, прежде чем к нему обращаться, попробуйте найти все-таки ответ самостоятельно. Документы. Здесь можно отфильтровать по важным формам, по брошюрам, презентациям и видеоизображениям. Нажимаете то, что вам нужно, и уже открываете PDF-файл и смотрите, читаете, находите нужный вам файл и изучаете. Здесь очень много важной и нужной информации, поэтому еще раз прошу вас все эти файлы открыть, посмотреть хотя бы по диагонали. Вот. Ответы на большинство вопросов, которые вы задаете своим наставникам, находятся вот в этом файле. Руководство по политике и процедурам. А что если вдруг? А что если? А можно ли никогда нет 18? А что делать, когда возврат? А что? Все вопросы прописаны в этом 43-страничном документе. Руководство по политике и процедурам, руководство программ поощрений,
это, соответственно, все бонусы, которые выплачиваются круизными деньгами. Здесь все прописано. Что можно члену клуба, а что нельзя? Соглашение о членстве в клубе. Что можно, а что нельзя партнеру? Соглашение независимого партнера. Все здесь есть, понимаете? Ответы на все вопросы вы можете найти в этих документах. И почему-то, ну, в маркетинг, как бы официальный документ, но засунули в раздел маркетинг, это бонусы, которые выплачиваются живыми деньгами, они находятся вот в разделе маркетинг, и файл у нас называется... Файл у нас называется «Обзор компенсации», так, «Быстрое руководство и стимулы», «Мощный целенаправленный план». То есть, ну, вот эти вот файлы, здесь где-то обзор, где-то конкретно написано, то есть здесь вот смотрите, открывайте, изучайте. Значит, ресурсы обучения. Здесь мы ищем, выкладываются все тренинги, которые проводятся президентом. Сегодня, кстати, вторник, 19 часов, что-то не было сообщения. Может быть, Майкл Хатчесон еще не вернулся. Не знаю, возможно, сегодня не будет партнерского тренинга. Но вообще каждый вторник в 19.00, имейте в виду, вся самая последняя информация от президента у нас проходит в его вебинарной комнате, и запись выкладывается вот сюда. Что-то тут поехало чуть-чуть, вот, но также вы можете выбрать языки и посмотреть, выбрать, ну, то, что по-русски написано, это значит русский. Партнерский тренинг 20 августейший почему-то написано, партнерский тренинг 31 июля, да, то есть не успели посмотреть, зашли запись, посмотрели, послушали, запустили, и здесь, соответственно, выступление Майкла и его переводчика, помощница Людмила Цудзевич. Вы можете смотреть все последние новости здесь в разделе обучения. Вот, также важно в разделе инфоцентр, в разделе инфоцентр мы смотрим курсы. Да, то есть здесь есть 4 курса. Вот 3 тогда было изначально, когда я их проходил, 3. Вот 4-й все еще никак руки не доходит. Пройти 4-й курс, видите, он не пройден. Вот, за каждый курс успешно пройденный, он сделан в виде видеозаписи, которую вы смотрите. И по итогам этой записи в конце появляются вопросы, тесты такие. Если вы ответили правильно, получаете свой сертификат. Если ответили неправильно, то вас программа говорит, послушайте еще раз. Вот, то есть в виде видео и тестов после этого. Значит, здесь курсы, тоже их рекомендую вам пройти. Вначале они очень-очень помогают. Значит, дальше, какие здесь еще разделы? Рейтинг команды. Здесь вы можете анализировать вашу структуру. Вот, здесь вы можете выбирать, за какой период хотите проанализировать, да, и посмотреть разные всякие разные вещи, да. По личным приглашенным, да, большинство приглашенных, большинство зарегистрированных, большинство личных партнеров, большинство личных членов, большинство личных партнеров-членов. Это по первой вашей линии. И большая продуктивность. И по команде в целом. Также, соответственно, у кого больше приглашений, у кого больше регистраций, у кого больше личных партнеров, у кого больше личных членов или членов-партнеров, больше продуктивность. И так далее, да, то есть вы можете анализировать за разное количество дней, за последние 24 часа и за последние 12 месяцев, то есть играете здесь с фильтрами по-разному, да, и здесь вы можете анализировать, кто в вашей команде лучше провел этот день, эту неделю, эти 2 недели, этот месяц и так далее. То есть это рейтинг команды тоже используйте для анализа. Лидерские звания, ну, это такая напоминалка вам, для того, чтобы вы не забывали о том, что у нас есть 7 карьерных ступеней, 7 маркетинговых званий, начиная от маркетинг-директора и заканчивая членом совета директоров. Календарь. В календаре мы смотрим все назначенные мероприятия. Все назначенные мероприятия. Вот был Минск, Алматы, Астана. Вот, и сегодня, смотрите, стоит в календаре 19.00, еженедельный, русская группа, вебинар. Вот, также вы можете сделать там следующий месяц, посмотреть, сентябрь,
сентябрь. Что у нас здесь в сентябре? Мы видим, что 20 сентября президент в Барселоне, 21 Барселона, 22 Барселона, 23 Барселона. Так, а потом мы видим 27 число, 28, 29, 30, Россия, Санкт-Петербург. Вот. А Уфа где? Уфу не вижу. 15 сентября. Почему-то Уфа здесь не в графике. Надо уточнить, в чем дело. Буэнос-Айрес. 5, 6, 7 октября это Буэнос-Айрес. Президент будет там. Ну и здесь еще не утверждены. Под GoPro Лас-Вегас утвержден уже 4, 5, 6 декабря. GoPro в Лас-Вегасе. Вот, поэтому используйте календарь, смотрите последнюю информацию здесь по календарю. Вот. Ну и инфоцентр обзор. Инфоцентр обзор. Мне эта вкладочка тоже очень нравится. Здесь, смотрите, есть такая вот, выскакивает каждый раз, когда вы нажимаете обзор, выскакивает еженедельный топ производителей. Покрупнее давайте сделаем. Вот, и здесь можно смотреть, кто на этой неделе, какая страна больше производит активности, да, то есть кто там в десятке, кто в двадцатке по регистрациям. Здесь рейтинг составляется по личным регистрациям в первой линии. Если вы регистрируетесь на 295, вам начисляют 2 балла, если на 100 или на 195, вам начисляют 1 балл. И все эти баллы суммируются за неделю с понедельника по воскресенье, и выставляется рейтинг. То есть вот с Узбекистана. Некая вот такая вот, не знаю, кто это, мужчина или женщина, наверное, женщина, Сидикова. Вот, 5 человек в первую линию подписала на этой неделе. Хотя сегодня еще только что у нас вторник, она уже 5 человек подписала на первом месте. Вот, потом Казахстан, Корея, Казахстан, Украина, Молдова, Индия, Казахстан, Россия, Ольга Борисова. Вот, часто здесь вижу своих партнеров, что не может не радовать. Вот Ольга Захарова, насколько я помню, это партнер нашей структуры, вот, Сергей Ковтунов, это вроде не наш, вот, поэтому здесь вы можете тоже отслеживать, смотреть, кто впереди планеты всей. Вот, потом это окошечко закрываете, здесь вы видите обратный отсчет, оставшееся время до конца месяца, вот, ну и сводная табличка, как бы, да, лично приглашенных, это все, которые приглашены, платники и бесплатники, там вот у меня 10, ранг маркетинг-директор, на кошельке 5 долларов, да, маловато будет, вот, зато круизный доллар 1450, сегодня вечером еще 200 добавится, будет 1650, вот, ближайшие мероприятия 87 штук, если мы здесь нажимаем, открывается как раз тот календарь, который мы с вами уже смотрели. Вот, это быстрый доступ такой к нему здесь тоже из вкладки обзорной. Так, дальше, члены клуба активных 6. В этом месяце никого из первой линии не приглашал. Зато вот есть командный результат, да, то есть на данный момент в моей команде 132 человека, общее количество членов клуба. Из них 93 человека приглашены в этом месяце. Мы отлично поработали август. Вот, я думаю, что эта цифра до конца месяца переварит за 100 человек, и будет выполнен план, который я поставил в начале августа. Вот, поэтому мы с вами молодцы. Вот, остается у нас еще с вами 3 дня и 9 часов до истечения месяца, и нам нужно завершить все, что мы хотели с вами сделать. Да? Все, кто хотели закрыть безоплатку до конца августа, доделываем ее. Все, кто хотели закрыть маркетинг директоров, выполнить быстрые старты, у нас с вами есть еще чуть-чуть времени, чтобы сделать это в августе. Вот, 8 личных партнеров у меня в этом месяце, опять же, 0, да, лично в первой линии никого в этом месяце не подписываю. 137 бизнес-партнеров, из них 73 пришло в этом месяце. Вот, статус партнера, вы активный партнер, поздравляем, спасибо. И, соответственно, пассивный доход, это те 5 долларов, здесь постоит галочка, если вы его разблокировали. Для того, чтобы его разблокировать, вчера мы проводили вебинар, вы наверняка помните о том, что вы должны быть безоплатным членом, и в первой линии у вас должен быть хотя бы один безоплатный член, тогда вы получаете с первого уровня. Я не помню, кстати, говорил я это вчера или нет, но хотел бы сегодня, на всякий случай, тоже об этом. Если вы закрываете ранг маркетинг-директора, то у вас автоматически с двух уровней будет выплаты по 5 долларов.
даже если у вас нет ни одного безоплатного члена. Или вы там даже не безоплатный член сами. Да? То есть, если вы закрыли маркетинг директора, то по $5 вы будете получать с двух уровней, так или иначе. Вот, разобрали вкладочку «Инфоцентр», да, то есть «Обзор» очень часто нажимаю. Вот, «Контакты», «Отследить результаты» очень часто нажимаю, использую каждый день по несколько раз в день. «Платежи» и «Компенсации», да, то есть «Лидерский бонус». И здесь, соответственно, все остальные бонусы для анализа. Вот, ну, сейчас мы с вами практически прообщались. Я думаю, что по личному кабинету сейчас стало больше понимания, больше знать, где, что, чего и как. В ближайшие дни выложу запись. Вот, завтра планирую поездку в Нижний Новгород. Вот, такую рабочую и по личным вопросам, и по рабочим. Вот, что еще? Что еще? 2 сентября не забываем о том, что у нас Ольга Ра проводит презентацию в Москве, в Альфе, да, в Измайлово. Вот, также там будет Сергей Рогачев проводить тренинг. Вот, ну и вечером там будет ужин, кому интересно неформальное общение с топ-лидерами компании, в частности, с Ольгой Сродниченко. Да, это человек, первый чек компании с доходом более 100 тысяч долларов в месяц. Я думаю, что значительно больше, чем 100 тысяч долларов в месяц. Вот, это член совета директоров. Вот, у нее вся самая последняя инсайдерская информация. Вот, поэтому езжайте, у кого есть возможность, на встречу с Ольгой Сродниченко и сделайте обязательно с ней фотографию личную, это будет вашим инструментом. И 1 сентября Энтони Робинс у нас, кто счастливчики и имеет билеты. Вот, 1 сентября это Энтони Робинс в спорткомплексе «Олимпийский». И 2 числа как раз презентация в Измайлово. Вот, потом у нас середина месяца – это Уфа. И конец месяца – это у нас Санкт-Петербург. Я знаю, что очень многие ребята мои уже взяли билеты на Санкт-Петербург, и кто-то мне сказал, Алла вроде сказала, что чуть ли не последние билеты они взяли, и билетов там уже практически не остается. Поэтому, я так понимаю, будет очень интересно, будет, когда много народу, всегда очень здорово, классно и драйвово. Вот. Поэтому сентябрь ожидает быть очень активным. Вот. Планирую сегодня, завтра, ближайшие дни забронировать свой первый круиз. Вот, в октябре планирую, в конце октября отправиться в свой первый круиз. Вот, что еще, какие новости? Если есть вопросы, давайте посмотрю, обращу внимание на чат, что-то здесь вы мне написали, почему-то мне сегодня не пикает. Ольга Захарова, как найти круиз по Азии или Южной Корее, например, с Бангкока, Таиланда? Сообщение было на почте в 19:00 по Москве будет вебинар. Отлично, Анастасия, спасибо. Что-то я, видимо, недавно, что ли, пришло сообщение. А, вот, да, вижу, теперь телефон был на беззвучном. Так, хорошо. Значит, ну, давайте еще вкладочку «Круизы» напоследок разберем. Да, раз поступило 3 на такой вопрос, уделю я это чуть-чуть времени, там ничего сложного нету. Вкладочка «Круизы» есть подразделы «Stimul Dream Cruise», «Global Dream Cruise» и «Мои круизы». Ну, «Мои круизы» понятно, когда вы бронируете круиз, там вы его быстро находите. Вот, «Stimul Dream Cruise» – это круизы, которые партнерские, которые с участием президента, на которых происходит награждение, поощрение, тусовка. В общем, много наших очень партнеров. Вот, туда могут попадать партнеры от ранга маркетинг-директор и выше, вот, и они расписаны до 2022 года. Вот, раньше можно было всем туда попадать, но так как очень большое количество партнеров, которые туда хотели попасть, а есть ограничения на квоты на такие круизы, то, соответственно, есть ограничения маркетинг-директор. Но маркетинг-директор – это 30 человек всей командой. Поэтому тот, кто хочет, я думаю, что для вас это не препятствие сделать 30 человек и отправиться, ну, вот скажем, не, может быть, не 27 октября, хотя почему бы нет, насколько я знаю, там туда попасть. Вот, но следующий 17 февраля из Флориды, вот, вполне возможно, есть время, можно и американскую визу сделать,
Вот, я ее делал однажды, это было довольно-таки просто почему-то для меня, вообще не испытывал никаких сложностей, все прошло за 2 недели буквально, я получил американскую визу на 3 года, вот, все это отправил через электронную, через сайт, и потом в назначенное время записался на беседу, приехал в американское посольство в Москве, и за 5 минут прошла эта беседа, сдал там все документы, показал, и все, и мне поставили визу, и 3 года у меня была американская виза, поэтому... В принципе, не пугайтесь, но говорят, что сейчас сложнее стало. Вот, но я думаю, что все это возможно. Вот, значит, это стимул Dream Cruise. Ну и Global Dream Cruise, давайте рассмотрим и на этом закончим. Значит, смотрите, поисковик вот здесь вот сверху, да, что здесь есть? Во-первых, направление. Не выбрав направление, невозможно ничего найти. То есть вам нужно сначала выбрать направление. Ну вот я буду сегодня там искать, например, Европу буду искать, да. Дальше, если вы хотите какие-то конкретные круизы на какой-то конкретный корабль, какой-то конкретной линии. Ну, например, хочу Мировилью. Я ставлю круизную линию MSC Cruises. И здесь подгружаются все его корабли. Я нахожу Мировилью. А может быть не Мировилью, давайте возьмем Сивью. На тот, который в Европе ходит, самый последний новейший лайнер этого года. Вот. И вот Ирина спрашивала, как найти из Азии, из Бангкока. Ну, давайте сейчас вторым примером ее сделаем, да, вариант. То есть вот просто порт, и здесь мы ставим, например, я хочу уплывать из Марселя. Хочу в Париж, а потом в Марсель. Из Марселя уже уплыть. Вот. И хочу это сделать в октябре. Я ставлю... Октябрь-октябрь, то есть меня интересует только лишь октябрь. И меня интересует продолжительность 6-9 дней. Все, я все расставил и нажимаю поиск. И видим, да, то есть вот тот потенциальный круиз, который я хочу взять. 27 октября как раз начинаются просто школьные каникулы у детей. Детей можно будет как бы отправить там бабушке, дедушке. Не нужно будет возить в школу. И мы как раз хотели вдвоем с супругой отправиться из Марселя, потому что хотели побывать еще во Франции. Вот. Но есть еще варианты, как бы из Парижа, может быть, не в Марсель, а в какой-то еще другой город там, на скоростном поезде добраться. Вот. Ну, как вариант, да, то есть вот у нас высветились 4 круиза в октябре на конкретном вот этом вот лайнере, да, то есть если мы поставим Мировилью, то будут, скорее всего, другие какие-то уже варианты, вот, другие варианты 12 октября из Марселя. Будет. Но, насколько я помню, здесь мы можем поставить Барселону, и будет более подходящая для меня дата. Барселона, поиск, ничего нету, да? Значит, я ошибся с портом. А, Рим, наверное. Рим, Мировилья. О, сколько вывалилось, вот, пожалуйста. Мировилья, значит, в Риме сажает. Вот, 28 октября. Мировилья, $769, цена на одного человека при двухместном размещении без налогов и сборов. Да? То есть, если мы хотим посмотреть, сколько конкретно будет стоить этот круиз, мы нажимаем View, загружается этот круиз, мы смотрим маршрут, вот здесь вот, в Риме начинается, дальше Палермо, Сардиния, Пальма-де-Майорка, Валенсия, Марсель, Генуя, и опять возвращаемся в Рим. Вот такой вот корабль. Вот такая вот красота на этом корабле. Вот, самый большой интерактивный потолок на променаде. Вот, здесь мы все это смотрим. Если нас это все устраивает, мы нажимаем «Забронировать этот круиз». Ждем. Значит, дальше нас предлагают выбрать количество путешественников. Двое взрослых меня интересует, без детей. Нажимаем поиск по категории каюты. И видим уже окончательные цены. Цены будут включать портовые сборы и налоги. И цены будут, там несколько цен будет. Первый вариант это за всю каюту, второй за одну ночь и за одного человека. В круизных долларах. Вот, наконец-таки загрузилось. Вот, смотрите, интерьер, это значит внутренняя каюта, фантастика, это второй уровень пакета, да, то есть первый у них Белла, там, где не входит алкоголь, в фантастике уже входит алкоголь, вот здесь вот вы можете прочитать, что у вас будет пакет из 12 напитков, 12 ваучеров в любом баре, в любом буфете, включает вино, пиво,
не премиум коктейли, всякие разные дринки, минерал вода, горячие напитки и так далее. Да? А детские, соответственно, дети не алкогольные напитки, ну, понятно, само собой. Вот, здесь маленькая картинка каюты. Вот, стоимость $1624 круизных, включая портовые сборы и налоги. Это $1624 круизных доллара. $232 круизных за одну ночь. И на одного человека получается 812. Либо мы по-другому мы эту цифру используем. 812 реальных долларов за каюту. Если 1624 круизных, то 812 реальных. А вот. Ну и дальше здесь мы смотрим, если нам нужны там балконы, разные пакеты услуг. Вот это вот яхт-клуб, это у них как первый класс в самолете, да, то есть есть тоже внутренние каюты, но с высочайшим уровнем обслуживания. На MSC яхт-клуб это отдельная палуба, это дворецкий, это консьерж, это отдельный ресторан, это отдельная зона для загорания, для плавания в бассейне, включены все-все-все. Вот здесь вот вы можете прочитать, включены все частные рестораны, безлимитные напитки, зона спа, зона отдыха, включен мини-бар, все, что есть в вашем холодильнике в номере, все можете без ограничений кушать и пить. Вот, своя солнечная палуба, зоны всякие разные. Это вот у них такой вот первый класс, как в самолете, да, яхт-клуб. Вот, 2884. И есть еще у них area, это не яхт-клуб, но это в стандартном, в эконом классе самолета, да, это самый такой максимальный у них пакет услуг, Area называется, или Aurea, не знаю, как тут правильно прочитать по-английски, я не сильно знаю английский язык, вот, здесь тоже практически все включено, тоже включены все напитки, алкоголь, спа, вот видите, да, здесь Unlimited Access to MSC Area Spa, термал, вот, для взрослых, приватная тоже палуба для загорания, вот здесь где-то про напитки, возможность выбора, ну и так далее, да, то есть они вот очень похожи. Вот, тоже 2884 и делюксы 3884. То есть, ну вот, как бы, такой вот небольшой обзор мы с вами сделали. Ну и что еще? Что еще? То есть, смотрите, если, например, мы выбираем вот каюту первую, интерьер фантастика, да, выбираем вот эту каюту, что он нам дальше предлагает? Он нам предлагает выбрать палубу, остались только 10 и 11, ну, например, повыше мы ставим 11, и предлагает нам три каюты. 11184, 11208, 11212. И вот здесь вот вы можете посмотреть на схеме, где эти каюты находятся. Ну, нам сейчас не принципиально, пускай будет первая. Вот, выбрали, нажимаем и смотрим, да. То есть на данный момент 1450 доступно круизных долларов. Стоимость круиза 1624. Вот. То есть здесь будет доплата с карты. Доплата с карты сколько будет? $174 нужно будет доплатить за этот круиз мне, если я его выберу. Если мы говорим добавить пассажира, если пассажир ваш второй является также членом клуба Incruises, то вы ставите здесь его, как уж он называется, этот ID. Сейчас мы его, кстати, посмотрим. Давайте, так, а у нас индивидуальный код членства, я вам потом сейчас его покажу. Вот, вы сюда просто этот код человека вставляете, и уже получается, что половина стоимости спишется с его личного кабинета, и половина спишется с вашего. Либо, если этот человек не член клуба, или вы не хотите списывать с его кабинета круизные доллары, да, то вы можете просто добавить пассажира не члена клуба, а просто нажать «Продолжить бронирование». И здесь уже ваша фамилия, имя будет уже вбито, их изменить нельзя. То есть обязательно должен собственник личного кабинета присутствовать в бронировке. Вот, и просто здесь заполняете данные второго пассажира. Заполняете данные второго пассажира. Вот, выбираете опцию ужина, если это применимо к вам, да, то есть либо ранний ужин, либо поздний ужин, и нажимаете уже бронирование. И вам придет на электронную почту уже все записи, записи локатора, записи
вашего круиза. В общем, все билеты вам придут на вашу электронную почту. Вот таким вот образом. И так, что-то тут еще вопросы поступили. Виктор, с Европы более понятно. У нас прямой рейс до Бангкока. У нас есть потенциальные клиенты, которые конкретно с Бангкока интересуют круиз. После отельного отдыха в Таиланде я не смогла найти меньше, чем за 9600. С ума сойти. Так, ну давайте посмотрим. Бангкок, да, интересует. Значит, ну что, то же самое, да, давайте. Азия. Что у нас? Бангкок. И даты, ну давайте поставим август, ну давайте побольше поставим, например, на год вперед. Продолжительность не будем ставить, посмотрим поиск. Да, действительно, из Бангкока мало, из Бангкока в Сингапур, из Бангкока в Гонконг. Silver Sea и Regent, да, то есть, видимо, дорогие круизные линии. Либо там, может быть, сьюты только остались. Ну, конечно, да, сьют, 6 тысяч долларов на двоих. На двоих. Получается, да, 12200. Это сьют, там 27 квадратных метров, большой номер. Дорогие. Ну, видимо, линии такие как бы дорогие. Вон, пожалуйста, там 45 тысяч долларов есть. Ну да, 22 комнаты, 117 метров, классно. И балкон 20 метров, хороший номерочек. Так, ну давайте посмотрим что-нибудь другое. А из Сингапура никак? Я знаю, что из Сингапура очень много круизов. С Бангкока, видите, он больше ничего не дает. Если мы выберем Сингапур, то, насколько я знаю, там большое количество круизов. Давайте вот так поставим, посмотрим. И они там недорогие, Сингапура. Здесь трехдневные, давайте трехдневные откинем. Давайте сделаем 10-14. Ну вот, совсем другое дело, да? Вот, то есть из Сингапура, я так понимаю, круговой круиз, из Сингапура в Гонконг 12 ночей, 14 ночей, Коста Фортуна. Ну, то есть вот из Сингапура выбор большой, видите, и они недорогие, эти круизы. 14 ночей, 929 до Нового года. Сколько это получается? $150 круизных долларов всего за ночь. Да, то есть 75 реальных долларов, 4000 рублей в сутки. Получается, включая все питание, все развлечения и так далее. Да, то есть это внутренние каюты гарантированы, $2100 на 14 ночей. Отлично, поотдыхать можно за 2 недели. Балкон премиум за 4900 можно взять, да, большой номер с премиум уже со всеми тоже алкоголями, мини-барами и так далее. Вот. Поэтому с Бангкока, да, маловато, Сингапура вот много. От Бангкока до Сингапура, что здесь вы пишете еще за 9600? Двое взрослых, двое ребенка могут бесплатно. До Сингапура у нас билеты на одного 52 тысячи. 52 тысячи, да. Такой хороший билет. А до Бангкока сколько стоит? Ну, давайте, наверное, закончим. Это уже частный вопрос. Мы его сможем... Это кто меня сейчас, я посмотрю, кто меня спрашивает. Ольга, да? Оль, давайте мы с вами его лично уже общение можем, помогу, что-то здесь тоже подскажу. Вот, если вопросов нет по личному кабинету, вот, разобрали даже сегодня мы с вами и круизы посмотрели, как что искать, вот, показал, как это все бронировать. Вот, давайте завершать на сегодня, вот, и у нас с вами завтра, школа от Натальи Шевела, командная школа структурная, вот, я вас попрошу собраться
в хорошем составе, да, то есть будет жарко, будет хорошо, интересно, познавательно, да, то есть человек, который более 30 тысяч долларов зарабатывает, послушать, да, его видение, задать вопросы, это дорогого стоит. Поэтому завтра собираемся, ссылочка я пришлю позже, то есть это будет или Наташина комната, или моя комната здесь же, вот, решим, вот. И в четверг я еще обещал провести обучение по второй встрече по вводному инструктажу. То есть вот у вас человек подписался, вот он оплатился. Что с ним делать? Как его запускать в бизнес? То есть другими словами, запуск в бизнес человека. Это ключевая встреча, которую нужно обязательно проводить. Как ее проводить? Об этом в четверг. Все, всем пока. Хорошего вечера, либо уже спокойной ночи. Вот. И все на сегодня. Давайте. Пока-пока.